Гуманитарная помощь прочно занимает одно из ведущих мест в системе международных и внутренних человеческих взаимоотношений, особенно в контексте поддержки тех, кто оказался на передовой обороны государства и его безопасности. В этом ключе действия азербайджанской общины, оказывающей помощь военным госпиталям, выступают ярким примером солидарности и поддержки. Представители региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области проявили высокое чувство ответственности и участия, посетив в очередной раз Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского. Это учреждение имеет ключевое значение для реабилитации и лечения военнослужащих, которые были ранены или травмированы в ходе исполнения своего долга. Актив общины не просто приехала с формальным визитом, перед этим была проведена тщательная подготовка и изучение потребностей госпиталя. В результате было определено, что конкретно требуется персоналу и пациентам 5 палетов питьевой воды и предметы личной гигиены на 100 человек. Это подчеркивает целеустремленность и эффективность предоставления помощи, не просто благотворительность ради благотворительности, а продуманный акт поддержки. Значение таких посещений трудно переоценить. Предметы личной гигиены и достаточное количество качественной питьевой воды – это базовые потребности каждого человека, особенно для тех, кто оказывается в условиях госпитализации. Такие события не только улучшают материальные условия пребывания пациентов и работы медперсонала, но также являются мощным сигналом поддержки со стороны общественности. Правление региональной национально-культурной автономии азербайджанцев приняло решение о регулярности таких поездок, что свидетельствует о стремлении к устойчивому долгосрочному сотрудничеству и помощи. Регулярность – это еще один ключевой фактор успешного гуманитарного проекта, поскольку он позволяет систематически подходить к улучшению условий жизни людей и эффективности медучреждений. Таким образом, мы видим, как через такие акты солидарности и единения различных слоев общества возможно достичь значительного положительного эффекта не только для непосредственных получателей помощи, больных и раненых, но также способствует созданию образа для подражания всему обществу. Здравствуйте, дорогие друзья! По плану 2024 год мы решили оказать помощи военнослужащим. В дальнейшем мы будем это продолжать. За это я хочу благодарить азербайджанцев, живущих в городе Волоколамске. Периодически мы будем продолжать эту гуманитарную помощь. В очередной у нас приехали военный госпиталь, в этот раз Центральный военно-клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации. По инициативе волоколамских азербайджанцев привезли питьевую воду и для 100 персон вещи, товары, личные гигиены. Я благодарю пользуясь случаем волоколамских азербайджанцев за такое активное участие. И надеемся, что это будет регулярно. В ближайшем будущем собираемся в госпиталь в городе Подольске.